Добрый день, дамы и господа. Сегодня у нас 5 октября 2022 года. У микрофона Леон Вайнштейн, город Лос-Анджелес, Калифорния. Мне давно хотелось услышать мнение кого-то из думающих военных стратегов, экспертов, у которого нет личного интереса, как бы собственного отношения к российско-украинской войне. И тут мне повезло. Генерал Патреос, не просто думающий, а выдающийся полководец, да еще и знающий все секреты, потому что по последней должности он был руководителем ЦРУ и до сих пор получает доступ ко всему секретному, что есть, что называется, на белом свете. Вот он дал интервью NBC и еще несколько интервью, но в основном, так сказать, я вам расскажу об этом интервью, потому что оно было такое для меня очень знаковое. Вчера, наверное, он его дал. Путин, сказал бывший командующий, бывший директор ЦРУ, судя по его последним действиям, чувствует себя припертым к стене, без пути отступления. В военном смысле у него закончились варианты действий. Что случилось, спросил журналист. Как из одной из самых мощных военных отношений стран мира, Россия оказалась вот в этом состоянии, о котором вы рассказываете. Оказалось, сказал Патреус, что украинская армия и народ значительно более готовы воевать за свою страну, чем пришедшие грабить и захватывать легкое, чужое, российское. Как только оказалось, что легкого не будет, сила, в три раза превосходящую украинскую, сдулась. Реальность на поле боя сегодня отчаянная для российского командования и властей. Они практически ничего не могут сделать с солдатами, которые не хотят умирать неизвестно за что. А генералы оказались некомпетентными, солдаты необученными, взаимодействие между армейскими частями не выстроено. Единственное, на что способен кремлевский режим сегодня, это разрушать как можно больше украинской промышленности, инфраструктуры, убить множество людей, гражданского населения. Они будут швырять бомбы, ракеты и черти что еще, чтобы просто отомстить Украине за поругание. Я, сказал Патреус, считаю, что Украина вытеснит российские войска со всех территорий, включая то, что Кремль контролирует, начиная с 2014 года. У Пентагона есть сведения, что не менее 80 тысяч россиян погибли в Украине сейчас, плюс раненые, контуженные, искалеченные, которых обычно бывает больше, чем убитых. Вот от себя скажу, что на 1 октября украинцы озвучивали цифру где-то в 200 тысяч выбитых с фронта россиян. Причем на одного москвича, как они говорили, приходится там где-то 80, 100, а то и 200 всяких бурят, других малых народов и парней из сел, из маленьких городов. Business Insider рапортовал, что на сегодня уже более миллиона молодых россиян бежало за рубеж. Это настоящий исход, сказал Патреус. От себя, опять же, добавлю, бегут жители больших городов. А выпускники школ, студенты, молодые специалисты – это страшная для России и не первая утечка мозгов, начавшаяся в 1914 году и волнами поражающая Россию. Лучшие бежали вот, так сказать, с 14 по 20, потом элита российская, потом с 72, 73 по 95 уехали миллионы образованных, творческих, отбросив Россию в каменный век. А сейчас бежит последняя надежда России. Репортер спросил у Патреуса, какая вероятность того, что Путин бросит ядерную бомбу. «Я не думаю», — ответил генерал и бывший шеф ЦРУ, «поскольку я не вижу пользы Путину от этого акта. Не вижу, зачем это нужно России, но вижу, как мир объявляет Путина и его ближайшее окружение врагами человечества. Но главное, смерти 30, 50, 100 тысяч человек от удара одной или нескольких тактических ядерных бомб не поменяют настроение украинцев бить врага.
не поднимут мораль россиян и не приведут к капитуляции НАТО. И да, продолжил Патреус, мы должны предупреждать Путина и четко объяснять его окружение, Белый дом, по утверждению, так сказать, Белого дома сделал это уже или делает это постоянно, а предупреждать их о том, что их ждет, если они решатся на такое. Но это люди, которые, значит, в России сейчас находятся, они не самоубийцы, сказал Патреус. Они хотят жить, и они хотят жить хорошо. Говорят, продолжил репортер, что Путин призвал не 300 тысяч, а 1 000 000 новых солдат. Может ли это изменить ситуацию на фронте? Я не думаю, что мобилизация имеет военный смысл, сказал Патреус. В Украине Россия в положении, при котором изменить течение событий она уже сегодня не может. Я думаю, закончил генерал, что лично Путин, его жизнь находится в опасности, и я думаю, что он это хорошо понимает. Его действия возродили НАТО, усилили ненависть к России со стороны ближайших соседей, остановили бизнес, который велся с Россией, понизили зависимость Европы от российских углеводородов, привели к исходу молодых, к ненависти их семей, к режиму, ведут к разорению России и национальному позору. Пока, сказал Патреус, я в жизни своей не видел человека, который нанес такой ущерб своему народу и своей стране, как президент России Владимир Путин. Давайте я повторю это еще один раз. Я в своей жизни, сказал Патреус, не видел человека, который нанес такой ущерб своему народу и своей стране, как президент России Владимир Путин. Вот на этих словах давайте мы, наверное, и закончим. До следующих встреч.